какой момент вообще сознание стало вообще хоть что-то влиять в вашей жизни? В момент зачатия, в момент формирования базальных англиев. Я не знаю, может, когда вы прошли по родовым путям в этот момент, сознание сказало, а сейчас мы тут начнем функционировать. В 3 года, может быть. А вы что, все это время не делали, и ничто на вас не влияло и не определяло ваше поведение? Почему вы вообще думаете, что должно быть кто-то, что как бы вы находитесь в трубе закономерности? Вас несет по этой трубе. Вот. Кто-то, понимаете, с кем-то поженихался, вы заделались. Вот. Дальше вы попали в мир в этот, в котором вас вложили то, что вот попало здесь. Вот. Шаг направо, шаг налево, получилось бы другое.